Привет. В прошлом обзоре я рассказывал о китайской реплике американского шлема Torque T50. Отличным дополнением к этому шлему будут очки в ретро-стиле. Данные очки я также заказывал на нашем любимом сайте AliExpress. Очки в комплекте поставляются вот с таким вот замечательным чехлом, который вы можете, в общем-то, использовать для перевозки данных очков в кофре мотоцикла, для того, чтобы они всегда были под рукой. Вот так вот выглядят данные очки. Оправа выполнена из металла, неплохие стекла, резинка-уплотнитель, довольно легко регулирующаяся резинка, которую можно регулировать даже когда очки на шлеме. Вот. Что я могу сказать об этих очках? За период эксплуатации, то есть за мотосезон, царапин на стеклах не появилось, резинка уплотнителя также не полопалась. Замечательные очки. Кстати, довольно распространены на Алиэкспрессе очки Avio, то есть овальные очки с немного раздвоенной угловой частью стекла. Что я могу рассказать про те очки? У моего друга есть подобные очки, правда, они куплены не в Китае, он купил их в Великобритании, когда находился в плавании. Так вот, обзор у них несколько хуже, чем у этих, поэтому я рекомендую вам именно такие очки. Ссылка на данные очки будет в описании. Покупайте, заказывайте. Вот. Вторую часть сегодняшнего обзора я посвящу балаклаве. Балаклава, в общем-то, ничего особенного. Обычная балаклава. Утепленный ХБ для поздней осени. Распространенный рисунок. Что мне нравится в ней, это проклеенные швы, то есть никаких проблем с нитками у вас не будет, никаких торчащих ниток. Но есть и минусы. Вот данный рисунок после первой стирки частично начал слазить. Справился я с этой ситуацией путем закрашивания его белым маркером. Вот. Но ценник у данной балаклавы довольно невысокий, поэтому также рекомендую ее к заказу. На сегодня все. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. И помните, китайцы делают, мы доделываем. Пока!